Как узнать, есть ли у вас паразиты? Я на эту тему уже неоднократно говорил. Но еще разок повторю. По внешнему виду человека разные угри, прыщи, себорея, грубость кожных покровов, веснушки, пятна, разные ранние морщины на лице, ранняя плешивость, папилломы, трещины на пятках, мецерация кожи на пальцах, отслоение и ломка ногтей. Вот по этим признакам можно определить, что желудочно-кишечный тракт заражен паразитами. Это могут быть простые или кошачьи лямбли, трихомонады или другие простейшие, а скорее их букет. Простейшая инфекция выводит из строя саморегуляцию и иммунную защиту вашего организма. Признаки поражения у женщин – бели, воспаление яичников, болезненные месячные с кровотечением, упадком сил, нарушением сроков менструального цикла, сдвиги. Затем последовательно развиваются фиброма, миома, фиброкистозная мастопатия, воспаление надпочечников, мочевого пузыря и почек, а также нарушение климакса. У мужчин простатит. Не думайте, что это простатит, а так, знаете, вот что-то там такое возникло. Это бактериальная инфекция. Импотенция и далее аденома, цистит, песок и камни в почках, в мочевом пузыре. От инфекции может быть нарушена психика в третьем поколении. Поколение, идущее на смену инфицированным родителям, умирает на 10-15 лет раньше. Проявляется инфекция также частыми ОРЗ, ангинами, хроническими тонзиллитами, воспалениями придаточных пазух, синуситом, полипами, также храпом во сне. И со своего опыта скажу, а также болями в суставах и вообще разрушением суставом. Младенцы заражаются паразитами при рождении. Поражаются все слизистые организмы. Это глаза, рот, нос, промежность. Страдает и кожа. Очень быстро заражение становится общим уже в 5-8-месячном возрасте, вызывая истощение поджелудочной железы, что нередко приводит к неожиданному диабету у детей. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!